слышишь, Иван Петрович Павлов? А вот моя мечта была. Я ведь как только в Сочи приехал, сразу с красивой девушкой познакомился. У меня ноги вот такие. Нет, такие. Ну, ноги вот такие не могут. Тоже мне проблема. У моей жены скоро день рождения. А что ей подарить? Ну, то же самое, что она тебе, только наоборот. Это что, носки, что ли, наизнанку? А у меня жена так какая хозяйственная. Как мыло. Полы моет, белье стирает, к моему приезду готовится. Эх, моя тоже работящая! Вот моя жена, вот эту, да, я понимаю. Вот моя девушка! А Борис Герцен! Отдыхал на Валдае! Когда вертолет Метели с Немцовым, Чубайсом и другими членами правительства совершил аварийную посадку в одной из деревень Тверской области, местные жители восторженно кричали: «Куклы приехали!» А вы знаете, что Борис Николаевич Ельцин разрыв двойника? Ага! Еще два тройника и один удлинение! Ребят, о чем вы говорите? В России сейчас актуальна проблема лишнего веса. Да, моя жена на диету села. Моя Гербалайфом увлеклась. А я своей новой Ферри подарил. Зачем? Одна капля, и жира как не бывало. А вы сами не боитесь потолстеть? Нет, мы за собой следим. Зимние Олимпийские игры в Нагано. Отказались от участия в биатлоне чернокожий спортсмен. Почему? Потому что нас очень хорошо на снегу видно. А тем временем из штаба Олимпиады заносятся песни и танцы народов мира. Это олимпийский комитет обсуждает вопрос, считать ли водку допингом. Хорошо, прям как на свадьбе. Был я свидетелем одной свадьбы. Все было прилично, а после сухого стакана же не встал и сказал: «Сын! Дорогие мама и папа, разрешите с этого момента называть вас Марией Ивановной и Сергеем Петровичем!» «Слышь, мою, я там пою, но я не дает результата!» «Пиво не пью, деньги коплю, подарок куплю ей гранат. Колечко на память, колечко, оставлю письму я к сердечку. Пусть родина слышит, пусть родина знает, как теща над домом летает. Колечко на память, жизнь с тещей, как шахматная партия, обязательно закончится матом. Необычно завершился матч между Карповым и Акутом. После того, как дебютик, Карпов пошел пешкой Е2, Е8, Акут занервничал и двинул кони. Странно, ведь Акут чемпион мира по версии Фиде. А Карпов чемпион мира по шахматам. Ребят, а почему эти люди постоянно спят? И Цезони. Куда спал? Мартышка ударила его бананом по голове. Куда проснулся и съел мартышку. Мудрика не любил глупых шуток. А вот Александр Сергеевич Пушкин любил. Сказка о Петле и работники его балде. А ну-ка, иди отсюда! Иди сюда! Иди отсюда! Иди сюда! Нет, батюшка! Может, хватит балду догонять? А это Пушкин, а это сын полка. А вспомните его капитанскую дочку. Матч Екатерина вторая. Вторая. А что это в твоем городе? Шум, стрельба и пьяные песни. А, это Емелька Пугачев. Рождественские встречи репетирует. Друзья, вы были в этом году на рождественских встречах? Нет, я был на Кобзоне. Кобзона? Это что за зона такая? Не знаю.
Зато я знаю, каким словом надо совершать приветствие в этом... Кавалер! Нет! Тамагочи! Использовала 50 шуток, 49 смешных и одну свою. Слишком добрый! Добренький вы слишком! От злости вы нам, а? А давайте будем с люками! Точно! С люками!
Ну, ребята, ребята, ну что вы? Ну, это же не наш, ну что вы? Мне кажется, в нашей команде не хватает простых человеческих отношений. Приехать сюда, чтобы встретить старых добрых друзей. Немного там.
Иван, смешных и веселых, добрых язык лучше всяких. Ван, а ты чего хочешь? Я? А пусть джентльмен-шоу показывает по понедельникам, а то воскресенье, выходной все-таки. Добрый день!
Оценят тамбовские волны. Размер не тот, я и норку выходил. Ладно, в следующий раз. Ну все, поехали. Ребят, приезжайте к тебе, посидим, поговорим сидя, пока сидим. Да что ты заладил? Просто нужно заселить, но приехал все сидя. Ну, наш же выпустили в Сочи, под залог. А мы опять стоим, нам некуда сесть. А впрочем, сесть не так, мы успеем всегда. И как всегда, пришлось рвать подниже. Разлечили все даты, спины вода. Thank you.
скажете? Бары растут шаг в одном порядке. Да врешь ты все, врешь! Кто? Я вру! Да сама Александра Муратаева в новостях говорила. Ах, Александра, а ведь вы с ней когда-то были очень близки. А это как? Ну, так сказать, не поверите, показать, смеяться будете. Да ты чё? Да в смысле, она меня маленького на руках укачивала. Да брось ты сказки рассказывать! Да в сказках все не слава богу! Вот, например, просила Алёнушка своего брата Иванушка. Не ходи, братец, в лес, не ходи! На горсор ходи! На горсор! Да, вот, искусство требует жертв. Может требовать наше образование. Наше образование не требует. Наше образование рой. Нет, ребята, ничего ж так и мрачно. Вот недавно нашим учителям зарплату повысили. Нет, не насколько же. О, а я смотрю, ты на девушек любишь подглядывать. Да, а как ты догадался? Тебя, Оля, ничего не рубали. Еще бы ему не смеяться, ведь слушай, такие красивые девушки. Да, вот я вчера такую девушку встретил, решил познакомиться. Подхожу я к ней и спрашиваю: девушка, а вы не скажете, сколько времени? А она один час, $50. Да что вы все меня то? Давай-ка лучше, о, о спорте. О, сборная России по футболу наконец-то стала чемпионом мира. Подожди, не сборная России, а сборная Бразилии, о! Да нет, ну как же не так? Вот у меня в газете напечатано. Сборная России по футболу стала чемпионом мира по игре Тетрис. Да это еще что? Вот недавно весь спортивный мир потрясла еще одна игра. За шахматным столом встретились президент Республики Калмыкия и президент России. Встреча прошла в теплой, доброжелательной обстановке. Правда, Борис Николаевич, я не за ракеткой пришел. Ну, так значит не шахматы, значит теннис будет национальным видом спорта в Калмыкии. Да знаешь ли ты, что значит для Калмыкии слово шахматы? Девушки гадали. Сапоги они толпой в мужиков кидали. Я тоже на своего суженого гадала. Вышло имя спросить первому встречному. А он идет, идет. И прошел. Ну а звали-то его как? Скорый Москва, Одесса. Галя, а хочешь с нами в ночной клуб пойти? Почему бы и нет? Ну, нет, так нет. Правильно, ребята, в клуб пойдем сами. Тем более я таких девушек пригласил. А зачем нам девчонки? Дима с тобой третий принес. Пойдем поиграем. Хорошо, пойдем. Пойдем. О, ну, только сначала давайте зайдем к Андрею Чебурину. Он мне вчера картридж обещал дать. С новой игрой. Откуда у Андрея Чебурина картридж с новыми играми? Ну как же так? Я сам видел, они с Александром Васильевичем. Каждый вечер меняются. Александр Васильевич, мы думаем, что круг интеллектуальных игр не ограничивается Дэнди. Поэтому мы дали вам кусочек калмыцкой земли. Шахматы! Если очень сильно захотеть, можно в космос как Гагарин полететь. Есть еще на свете много стран, те, что не открыли Колумбы могила. Крутится, вертится шар.